Из-за эпид-обстановки в регионе шествие бессмертного полка вновь пройдет в онлайн-формате. Опыт прошлого года оказался востребованным. Было подано более 3 миллионов заявок из разных стран. Трансляцию шествия посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире. Онлайн-марафон длился 20 дней. В этом году шествие пройдет только 9 мая. Организаторы усилят контроль, чтобы не допустить провокаций. Этим займутся 7 тысяч модераторов по всей стране. Автор проекта Геннадий Иванов в качестве альтернативы традиционному шествию предложил организовать бессмертный автополк. Добиваюсь 2013 года, чтобы на автомобилях размещали фотографии своих героев на заднее стекло и на борт, кому как удобнее. Это тоже достойно, потому что они, этот день 9 мая, фронтовики, труженики тыла, это их день, и они должны быть с нами вместе в городе.